Линейка для вожатых на площади перед финляндским вокзалом. Сегодня было многолюдно. На торжественном строении собрались будущие вожатые детских загородных лагерей. Всего около 600 человек. В основном студенты педагогических вузов. Впереди у них ответственное время. Прямо с площади, под прощание славянки, молодые люди отправились в лагерь «Зеркальный». Там несколько недель до начала массовых заездов детей они будут на практике отрабатывать нюансы педагогической науки. Причем студентам предстоит меняться ролями. Пока одни будут работать по прямой специальности вожатыми, другие станут их подопечными. Ну а потом наоборот. По сути дела, проигрывание разных ролей. Не только взрослого вожатого, который будет работать с ребенком, но и самого ребенка, который оказывается в самых разных ситуациях, в режимных моментах, в проведении самых разных мероприятий. И очень важно, чтобы взрослый человек понимал, что испытывает при этом ребенок. Торжественная линейка для вожатых прошла у финляндского вокзала уже в пятый раз, став таким образом доброй петербургской традицией и своеобразным преемником Всесоюзного дня пионерии, который отмечался как раз 19 мая. Ну а по окончании стажировки в «Зеркальном» вожатые разъедутся по разным лагерям Петербурга и Ленинградской области. В этом году в регионе свои двери для малышей откроют 398 загородных баз отдыха.